Здравствуйте, меня зовут Дарья, я преподаватель Ассоциации репетиторов. Я очень трепетно отношусь к русскому языку и хочу поделиться этой любовью с вами. Известно, что образ мыслей формирует язык, но верно и обратное. Грамотная речь формирует мышление. Кроме того, грамотные специалисты ценятся намного выше, вызывают больше доверия, нежели неграмотные. Значит, каждому нужно знать правила и законы русского языка. И если вы хотите постичь его логику, я вам помогу и проведу вас per aspera ad astra, через тернии к звездам. Я подготовлю к ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, помогу улучшить школьные оценки, познакомлю с тонкостями родного языка, и вы полюбите его всем сердцем так сильно, как люблю его я. И вот вам один интересный факт. Слова «береза» и «белый» являются этимологически родственными. Это значит, что они однокоренные в историческом аспекте. Именно поэтому слово «береза» пишется через букву «е». Увидимся на занятиях!